Добро пожаловать в комиксы от обители Золотого Дракона. Автор – Кода. Озвучено проектом Скетчер. Это Златокусь. К сожалению, природа обделила его ростом. Но это взрослый дракон, с такими же драконьими потребностями в богатстве. Поэтому он добывает сокровища, как может. Дай денег! Что на этот раз? Тут такое дело. В общем, я упал на большого ежа. У меня-то всего пара за нос. А вот ежу повезло меньше. Осыпьте меня деньгами с ног до головы! А? Тебе это не нужно. Но у меня вдохновение. В прошлый раз тоже было. Это другое. И прошлую работу не доделала. А это сразу на следующую. На кассе все равно передумаешь. Мы почти долетели. Я в предвкушении. Так круто, что мы попадем на этот фестиваль! Наконец-то увижу косплееров, смогу купить комиксов, обязательно найду любимого художника и закажу портрет. Как бы так сказать, что мы вбили улицу Ленина не в том городе? У нас появился новый консультант. Ну, что я могу сказать? Из хорошего снизилось число краж. Ты не заберешь мою прелесть! Из плохого снизились и продажи. Принцесса будет моей! Нет, я первый ее заполучу! Да, наконец-то она мне попалась! Нет, да что ж мне не везет! Вы хотите, чтобы я сжег весь ваш город ради спасения? Да! А здесь антикварный магазин? Нет. Идиот! Я же говорю, обойти надо! Навигатор показал идти сквозь стену. Я и пошел. Действие. Ужасать, жесть! Дожить, сожрать! Укусить! Разорвать! Проглотить! Мысли. А что происходит? А куда? Что делать-то? Я кушать хочу. Спасите. А где? Ничего не понимаю. А когда домой? Как же вы мне все надоели. Еще раз повторяю. Я не охраняю принцессу. Я тут живу. Снимаю часть замка, а принцесса чуть дальше, понимаете? Может, ее кто-то и охраняет, но не я. Ты страшно миленький. Чуть больше страшный, но такой миленький. Ой, я уже здесь был? Я на той неделе налетал, да? Извиняюсь, забыл. Вернусь, как только оправитесь. Извините, еще раз. Такое спокойное и умиротворяющее место так здорово расслабляет. И чего сюда люди не хотят идти? Это дракон по имени Индиферентий. В отличие от своих братьев, он не самый крупный и сильный дракон. Поэтому в добыче сокровищ, налетами и грабежами он не преуспел. Однако он не переживает по этому поводу. Ну, может, совсем чуть-чуть. Я достал несколько монет и пару купюр, и то одна из монополии. У людей чё, всё кончилось? Он знает, что живет в современном мире, где сокровищницы можно грабить по-другому. Благодарим за просмотр!
И до скорых встреч!